Познакомьтесь, Анна Фридрих, энтузиаст финтех, специалист в области медиакоммуникаций и маркетинга. В сфере цифровых технологий Анна работает более 10 лет. Она получила степень бакалавра университета Дуйсбург-Эссен по специальности прикладные медийные и коммуникационные науки и степень магистра в сфере медиа в Сиднейском университете. Затем работала в нескольких компаниях в качестве консультанта по направлению PR, маркетинг и коммуникации. В настоящее время Анна работает в Collect AI, фирме, которая предоставляет услуги сбора данных на основе искусственного интеллекта.